Нам единственным по краю пришлось оказывать помощь пациентам не с коронавирусной инфекцией, с другой терапевтической патологией. Вот. Дежурили мы по 5-6 дежурств в неделю, помогали нам по мере возможности ДВОМС, вот Елизовская районная больница. Но основная нагрузка пришлась на нашу больницу. Работать стало тяжелее в том смысле, что увеличился поток пациентов, и пациенты более тяжелые. И пациенты поступают с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. Мы лечим последствия. Это и сердечно-сосудистая недостаточность, и дыхательная недостаточность. Пациенты, которые находятся на зависимости от ингаляции кислорода. Пациенты, которые перенесли вирусные миокардиты. Объем работы вырос. Больше времени требуется на то, чтобы человека привести в компенсированное состояние удовлетворительное.